Автор книги – журналист Олег Карпов. Он изложил гоночную карьеру Квята от начала занятий картингом до подписания контракта с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 Тора Росса. Особо автора поразило то, как в юном возрасте Даниил вел переговоры с различными людьми. Ему пришлось переехать в другую страну для того, чтобы участвовать в соревнованиях высшего уровня. Несколько людей рассказывали практически идентичные истории, что приходит маленький мальчик и начинает им что-то про количество шин, которые ему нужны, про количество денег, которые нужно достать для контракта и так далее, и так далее. Да, это не было целью получать авансы, получать какие-то поздравления. Это просто книга пути моя. Мы хотели поделиться этим путем. И также потому, что за всю историю из России в Формуле-1 было только два гонщика, поэтому это было. Для молодых гонщиков тоже будет интересно узнать, каков был мой путь, и сделать для себя выводы, и это все. Вся книга основана на многочисленных интервью. Подробности жизни Квята рассказывали родители, тренеры, механики и даже руководители команд международных гоночных чемпионатов.